Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, сегодня у нас очередное открытие персонажей, которых я успел накопить за это время. Так что будем смотреть. Так, еще хотел сказать, друзья мои, что в эпической кампании, да, я пошел на сагу Апокалипсиса и начинаю уже потихоньку проходить. Здесь вот, где чума у нас, да, Усиль, Моргану, Лефей, я прошел вот это вот первое. Но тут единственное задание — на 3 звезды пройти все. Я прошел 3 задания, 2 из них не получилось пока. Ну, слишком серьезные противники, я имею в виду по мощам. Мои намного слабее. Вот, поэтому подкачаю, пройду. Но спешить некуда, потому что здесь нужно, ребята, 15-й категории уже снаряжение. Как бы я не уверен, что в ближайшее время я потяну. Поэтому я переключился на прохождение вот этого вот, Усиль Архангела. Хочу пройти хотя бы здесь вот это вот. Но для этого мне понадобится прокачать до 13-й категории вот этих вот 3 персонажей. То есть Архангела, Темного Зверя и Немезиса. Тут получается 11-я категория. Здесь тоже 11-я. А тут 12-я. То есть на Мезиса всего лишь на 1 категорию поднять, остальных на 2. И пойду проходить. Ладно, это и так, к слову. Здесь пока бесполезно, друзья. Ничего у меня не получается. Моих мощей героев не хватает, чтобы я смог пройти повышенную категорию для того, чтобы получить осколки, награды и тому подобное. Поэтому пока вот, вот если сравнить даже, вот такая команда мне сейчас в данный момент доступна, которую я имею в виду из прокачанных у меня. Но сразу тебе скажу, Серебряный Сёрфер и вот эти вот Валькирии, или как их там звать-то, просто разносят. Это вот единственные 2 противника, которых я не могу вырубить. Они разносят мою команду. Сёрфер делает удар, который запрещает моих персонажей хилить. И тут уже начинается разборка. Пока это все спадет, там уже никого не остается. Но если, допустим, ребята, прокачать вот этих вот 2. Потому что замену, если бы, конечно, ртуть, ну, это надо вкладываться в нее, в него точнее. Потому что эти-то бойцы у меня мощные, тут ничего не скажешь. Как мощные? Ну, относительно, ребят, 112 тысяч мощей, ну, почти 113, да? И, извини меня, 76, а у этих так вообще 44 и 68, никуда не годится. Альтрон, естественно, самый мощный, но в этой команде у меня нету лекаря. Поэтому, когда тебе запрещают лечиться и тебе начинают разбирать, я не могу просто успеть восстановить. Поэтому, если плотненько заняться этой прокачкой, то, конечно, можно будет. Хотя, возможно, лучше вложиться в ртуть. Так будет, наверное, даже лучше. Так, ну и с черной кошкой, ребята, тоже тут, конечно же, все очень сложно. Эти у меня слабоваты будут. И, к тому же, Моргана Лефея у меня погибла в прошлом поединке. Я ее не могу сейчас взять. А так, комбинация вот этих вот Книга Смерти, да, на самом деле очень даже топово бомбит. Но здесь, видишь, в чем проблема? Здесь всего лишь дают 2-3 персонажей. То есть она неполноценна. Здесь не дают Вонга, который нужен. И кого там еще-то? Кто там еще у них в Книге Смерти-то этой? Вонг. Раз, два, три. Вонг 4-й. Блин, прикинь, из головы вылетел. Я даже не могу вспомнить, кто у них там 5-й. В плане Книги Тьмы. А, ну это то, что здесь доступно. Нет, мне надо мне надо посмотреть просто по персонажам. А, конечно же, вот Алая Ведьма. Если бы вот это была бы команда полностью бы, то мы бы, скорее всего, там прошли. А так не получается. Так, ладно,
Ну что, начнем, наверное, с открытия персонажей. Так, и первым, кто у нас будет, ребята, это черная кошка. Злодей, город, навык, буяны, паучья вселенная, секретные защитники, легендарные. Фелиция Харди, великолепная воровка с 9 жизнями и невероятной удачей, чьи ловкие пальчики крадут вражеские положительные эффекты и распределяют среди союзников готовность. Вербуем. Как боец она, по-моему, очень даже неплохо себя ведет. И первое, что нам с тобой доступно, это скрытый разрез. Наносит основной цели 90% проникающего урона. Если у этого персонажа не более 30% здоровья, дает скрытность. Персонажей, убитых этой атакой, нельзя возродить. Вот почему у меня спасительница иногда не могла вернуть железного человека, когда она погибала от когтей. Все, я понял теперь. Ну, видишь, я этого не знал, пока вот не открыл. Теперь знаем. Но, ребята, эту штуку еще, по-моему, насколько я понимаю, надо прокачивать. То есть у нее есть этот навык на усиление. Так, и дурная примета. Наносит основной цели 80% проникающего урона и копирует и снимает с основной цели один положительный эффект, кроме провокации. Также атакует до двух ближайших целей, нанося 80% проникающего урона. Может возвращаться, понятно, к старым целям. Дополнительные цели могут находиться в состоянии скрытности. Эту атаку нельзя заблокировать, и на нее нельзя ответить контратакой. То есть, хорошо, она может бить контратакеров, да, без вреда для себя. Что очень даже хорошо. Так, следующий, ребята, это рыцарь пустоты. Наконец-то я его собрал, накопил. Это у нас недостающий элемент для симбионтов. Да, герой космос, бои, поддержка. Кто ты? Рыцарь пустоты, который некогда был героическим серебряным серфером. Пытается утолить голод своего симбионта, высасывая энергию своих врагов, подобно черной дыре. А, так это вот. Это, ребята, серебряный серфер стал таким. Видимо, когда на него симбионт напал, вот он такого чувачка и мутировал. Вербуем. Три звезды. Отлично. Так, и первое, что нам доступно, это космическая скверна. Она наносит основной цели 120% урона, превращает один отрицательный эффект на этом персонаже в положительный. Если у этого персонажа нет отрицательных эффектов, вместо этого превращает один положительный эффект на основной цели в отрицательный. Так, это рейдовый боец получается, да? В рейдах всегда превращает один положительный эффект на основной цели в отрицательный, независимо от того, есть ли у него, у этого персонажа отрицательные эффекты. На эту атаку нельзя ответить контратакой. Понял. Так, гроза космических путей. В рейдах крадет основной цели до 1 единицы энергии способности. Наносит основной и ближайшим целям 120% проникающего урона. И опять же нельзя ответить контратакой. Да, ребята, я вот только сейчас заметил, что он на доске стоит. Я думал, что это лужа под ним всегда почему-то. Ну вот. И Звездный Лорд Чала. Звездный Лорд Чала объявлен вне закона. Опустошитель-идеалист, который использует гаджеты, обаяние и изворотливость, чтобы ободрять союзников, лишать силы власть имущих и изящно побеждать тех, кто угрожает его друзьям. Вербуем тоже. Прекрасно. Так, первое, что нам доступно, это элементарный... элементный выстрел. Наносит на цели 90% урона и с шансом 50% проводит бонусную атаку, нанося еще 60% урона. Дает усиление атаки. Ага, автоматически, да? Гравитационный репульсор. Наносит основной цели 120% урона и с шансом 50% накладывает ослепление. Этой атаки невозможно избежать. То есть дебафер получается, да? Ослепление делает. Еще шанс такой 50%. Неплохо. Неплохо. Так. Что еще, ребята? Еще вот смотри, на спасительницу накопил все. Можно ее прокачать, но нужно до 90 уровня ее прокачивать. А чтобы получить 90 уровень, мне надо вложить 2 673 тысячи
кредитов. А с деньгами здесь у меня вообще пошли проблемы. У меня нету в данный момент проблемы вот с этим, да? С опытом. А вот с деньгами, ребят, офигенные проблемы. Я даже не могу прокачать некоторых своих бойцов, которые уже ждут фиг знает сколько. Например, Серси хочет получить категорию. Кристал тоже ждет, когда ее прокачают на категорию. Бишоп. Паук-призрак. Боеголовка. Адам Мурлок. Все они ждут, друзья мои, повышения на категорию. Белая тигрица. По-моему, все, да. И смотри, тут вот не хватает 6 осколков, чтобы, ребята, нам открыть рыцаря черного. Вот на новую дофига нужно. Аж 95 осколков. 95 осколков. И мне интересен вопрос, когда все-таки событие на Пенни Паркер откроется? Потому что мы с тобой не можем дальше начать проходить события. Вот это вот. Осталось 12 дней, друзья мои. Незавершенные дела. Как ты помнишь, я не могу продвинуться дальше. Потому что этот персонаж нам нужен здесь. А его нету. И все застопорилось. И к тому же, я больше уверен, даже если не появится, тут надо будет, ребята, персонажа паучьего сообщества 14 категории. Плюс 4 желтые звезды. Ты понимаешь? Не все так просто. Так, давай заберем здесь. Потратить 460 тысяч кредитов арены. Собери 276 персонажей плюс сохраненный отряд. Как это понять? Собери 276 персонажей плюс сохраненный отряд. А, это... Да ну нафиг, я не поверю, что здесь 276 персонажей. Это фигня какая-то полная. Так, потратить 520 тысяч кредитов налетов. Зайди в игру в течение 780 дней. Тут осталось немножечко и получим с тобой. Поднять ранг 775 раз. Нормально. Поднять 95 уровень игрока. Получить 48 мутантов. Одного мутанта надо получить, ребята, и получим сферу денежную. Собрать 52 типа навыка. Техно, мистика. Выиграть 3500 налетах. Выиграть 1100 боев на арене. Пройти темное измерение 2. Темное измерение 2-3 раза. А, ну это чтобы получить. Понял. Это чтобы получить. Как она? Ну, иконку. Все, я понял. Так, ну что, открыли персонажей. Это, в принципе, основная цель была. Так, ну и теперь давай, наверное, потратимся все, что у нас тут накопилось. Я уже, правда, до этого половину потратил. Да ё-моё, ну нафиг ты мне нужен-то опять, а? Так, у нас тут не обновилось. Нет, ребят, не обновилось, я монеты трачу. Взял себе форджа. Остается еще 5 карточек, ребята. И мы сможем его дальше прокачать. А вот в рыцаря пустоты я даже не знаю, стоит ли вкладываться. Вот, я хотел сказать, ребята, видите? Материал пробужденной базовой способности. Мы ее как бы открыли, но это, видимо, то ли прокачивается у нее отдельно. Пока еще не в курсе, для чего и зачем это. Так, рейды и альянсы. В рейдах, наверное, энергия не накопилась еще. Мне так кажется, хотя я сейчас гляну. Что смотреть? Я же только что собрал. Опять вот эти вот глюки у нее в игре начинаются. Эти энергии нету. Не накопил. Очень долго копится, конечно, она. Так, здесь забрали. Да куда ты летишь? Космическое испытание. Ну, здесь в данный момент, ребята, все развалил. Посмотрим. Пока у меня, ребята, две победы.
Точнее, одна победа, один проигрыш был. И вот сейчас вторая, надеюсь, победа. Если победим, то, возможно, получим нормальную награду. Это будет, опять же, в 12 часов. Я узнаю, какое место и что мы получаем. Так, по событиям, друзья мои. Побег из Килна дошел вот до 15-й клетки. И все, вот таких вот дали мне персонажей. И их, конечно же, уничтожили, потому что они не прокачанные. А дают, смотри, кого против меня. У них команда, я тебе скажу, мама, не горюй. А у меня всего лишь 3 персонажа. Естественно, меня там разнесли в пух и прах. Так, что еще? Что еще? Испытания у меня пройдены. Так, давай-ка я, наверное, здесь потрачусь. Я, как всегда, ребята, хочу накопить на железного человека-зомби, чтобы уже, как говорится, отвязаться от него. И уже будем потом прокачивать кого-нибудь другого. Так, плюс у меня 150 энергии. 150 энергии. Ну, давай, наверное, потратимся. А, вон еще, кстати, Мария Хилл тут тоже хочет прокачаться. Поднять категорию, я имею в виду. Буду тратиться, наверное, на темного зверя. Попробуем его в ближайшее время как можно быстрее прокачать по максималке. Я не скажу, что тут слишком много надо, но надо. Так, темный зверь. Блин. А, 7 смерти же. Такс. А я только этого могу найти. Эти ребята покупаются уже в магазинах, осколки на них. Ага. Ладно, тогда давай кого-нибудь другого. Там у нас есть еще немножко энергии. Давай, наверное, подростка Локи отыщем. Ну, допустим, так. Железное сердце тоже не хватает, ребята, 5 карточек, чтобы прокачать категорию ей. Ну, давай. Остальное в тебя, наверное, вольем. Все равно нам надо его прокачивать, как ни крути. Так, 117 из 130. 117 из 130. Так, ну и что еще? Все, по-моему, больше ничего нету. Ну и какая сфера-то? Ага. 13-14 категория. Тут ничего, тут тоже ничего, тут тоже ничего. Все очень кисло. Да, единственная проблема, ребята, я еще раз повторяю, финансы. Не хватает денег, блин. Катастрофически. Раньше не хватало опыта, теперь не хватает денег. Такая вот, ребята, фигня получается. Так, 3-4 энергии, ладно, я пропущу. Война альянсов. Подбор игроков через час 43 минуты. Этапы. Ну давай. Заберем это все. Сколько там у меня? 200 тысяч. Та-та-та-та. Сколько надо? 300. Капитан Картер. Тут только 20 дастся. Плюс тигрица.
Ну, это было бы неплохо ящера приобрести. Гоблин. Гоблину всего лишь 9 карточек нужно. Что-то тут ионизированная мембрана. Доработанная. Что это за еще мембрана? Да, было бы неплохо пройти все это событие, но это, мне кажется, я не успею. Такое ощущение. Что у нас там по ежедневкам? Ага. Инициатива рейда. Трать энергию компании. Так, давай тогда еще сюда вольем. Угу, 70. Китти Прайд до 7 звезд. Четырнадцать. Давай сделаем так. Очень медленно Иза прокачивается. Тоже аж раздражает. Очень медленно, ребят. Девяносто четыре из 130. Ой, из 300. А ищется она только здесь у нас, да? А, нет, она и тут есть. Она у нас на вторжении. Такая. Здесь вторжение, здесь вторжение. А нафига, блин, делать-то так? Накололи меня, короче. Так, ну я могу кристалл прокачать по рангу. Могу сэр... Нет, Серси не могу. Серси уже, ребята, на максимум выходит. Нужно 500 тысяч. Я пока не буду тратить деньги, они пригодятся мне на прокачку. Ну, наверное, ребята, пока все. Я говорю еще за то, что тратишь монеты. Вот, за то, что тратишь монеты, ты получаешь вот тут вот награды. Вот тут. Кстати, да. На звезду глянул и вспомнил. Есть у нас что-нибудь путевое, что мне нужно? Это все не нужно, ребята. Для меня, по крайней мере. Потому что, если брать по событиям... Подожди, что тут на налете-то? Давай, открывай, не жмись уже. Так, и здесь два катализатора возьмем. Содержит малые материалы. А когда вообще обновиться? Ну-ка. Ох, через 3 часа 39 минут. Можно, конечно, было бы через вот это, но нафиг тратить, ребят, сюда. Нет смысла никакого. Так, что я хотел... А, вот... Не в компании, ребята, а в событиях, да? Чтобы дальше Мурлока этого Адама, Уорлока, точнее. Раз, два. Да нет, Уорлок пока тихо в сторонке курит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний, пятый боец нужен. Это что получается? Нам нужно Ник Фьюри, Зимний Солдат или Мстители с 7 звездами снаряжения 14 категории и 5 уровнем Иза. А у тебя что? У него по категории все есть. А что тогда не хватает-то?
Раз, два, три, четыре, пять. Что не хватает Майлзу? И пятым уровнем и за пять. И за восемь, точнее. Понял, ребята. У этих всех, видимо, и за прокачано, да. Да, ребят. А у Майлза нет. У него... Ну что же, я понял, ребята, что нам нужно делать в ближайшее время. Насобирать. Дофига собирать-то тут, кстати. Шестьдесят восемь из 81. Блин, вот тут вот много надо. Здесь не так много, а вот тут, конечно, да. Ладно, Майлз, я понял. Будем на тебя копить, чтобы нам закрыть красную смерть. Так, что здесь нам надо? Раз, два, три. Тут до хрена надо. Семь звезд только у трех персонажей, да, получается? Подросток Локи, ребята, скоро закроется. Тоже получит седьмую звезду. Но все равно мало, это будет четыре персонажа. Нужно пять. Раз, два, три, четыре. Ну и ближайший, кто идет, это Вэл, получается. Либо Тор. На Тора, конечно, быстрее бы накопить. Посмотрю, кто там быстрее пойдет на открытие. Здесь что? Раз, два, три, четыре. Четыре бойца. Ближайшие, кто у нас идет? А вот, вот. Ребята, Серси. Ну, блин, 500 надо. Короче, Серси прокачиваю и закрываю тогда категорию на... Феникса. Так, по железному человеку что надо? Раз, два, три, четыре. То есть ближайшее это идет либо дрожь, на которую еще половину нужно добивать. Ну, наверное, дрожь, чем пересмешница. Пересмешница еще долго будет там прокачиваться. Так же, как и соколиный глаз. Да, дрожь. Причем дрожь, насколько я понимаю, она ищется. А-а. Слушай, тогда нифига. Тогда получается либо соколиного глаза искать, либо пересмешницу. Пересмешница ищется, это я точно знаю. Ну... Я на ближайшее время себе, ребята, задачу тут нарезал. И надо к этому стремиться. Все это закрыть. Чтобы уже, как говорится, спать спокойно и не мешало тебе это все. Как-то так, ребят, такие вот планы. Так, ребят, пока тут за кадром шуршал, я накопил себе 500 тысяч. И давай мы с тобой тогда закроем Серси в данный момент, что я собирался сделать. Чтобы закрыть событие. Так, где она у нас? Вот. Так, ну что, повысили категорию. И идем закрывать задание на кристалл. Так. Почему в компанию-то все мне? Все в компанию. Вот она. В бой! Ты лишь малый осколок могущества Феникса, и я собираюсь вернуть тебе к силе Феникса. С момента прибытия моя сила возросла, я стала частью этого места. Станешь ли ты отделять звезды от космоса? Если это нужно, чтобы предотвратить конец всего сущего, тогда попробуй испытай свою же силу на себе. Так, ну я думаю, что этой командой я там смогу спокойно разрулить. Единственное, конечно, этот мне не очень нравится. Но, насколько я помню, события здесь не такие уж и сложные. Я думаю, справимся. И если мы ослабим ее, я смогу впитать энергию Феникса и создать выход из этого места. Ну, давай. Так, что мы сделаем? Для начала, наверное, так. 11 врагов будет.
И если не боишься сразиться со мной, то посмотрим, как ты справишься против отражений своих союзников. Так, так, так. Ага. Да что опять с мышкой-то, господи. Так, она возродится же, да? Ослабевать пока не буду. Попробуем ее так бомбануть. Понятно. Ну, еще 8 врагов будет у нас. Так, ну с этими, наверное. Ё-моё. Так, ведьма меня не совсем устраивает. Значит, давай, наверное, так сделаем. В минус. Так, ослабление повесим. Ну, дебафов нету, поэтому, я думаю, и так справимся. Готов. 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 Я уже видела, на что способна неподконтрольная сила Феникса. Тебе никогда не победить осколок. С возвращением. Ты впитала ее? Она никогда не была настоящей. При помощи полной силы Феникса, кристалла и твоих мистических сил мы сможем вернуться в это измерение, чтобы заключить в нем Ультимуса. Не думал, что такое возможно. Может быть, в следующий раз, Морда, ты будешь чуть больше в нас верить. Ну что, ребята, мы закрыли с тобой Серси, и теперь нам еще дадут возможность закрыть и Феникс. Но опять же, 500 тысяч, друзья мои, чтобы закрыть Феникс. И остается у нас вот 4 задания. Так что Феникс надо будет закрыть. Обязательно. Чтобы она уже там была по фулке, именно по обычным, как говорится, по обычным кристаллам. Ой. Потом уже там, конечно, надо будет платину в эти осколки вставлять, когда это будет возможно. Угу. Так, погоди. Иди туда. Блин, у меня уже этих обычных, ребята, почти 3500. Мне их уже тратить просто некуда. Ну-ка, что тут нам дадут? Ну, нормально, гоблина дали. Так, друзья мои, у меня есть денежка. Давай закрывать ее. Так, ну что, все. Больше. Подожди, а мы же кристалл должны перекрыть были. Разве нет? Я думал, что мы 300 возьмем, а оказывается, только лишь 200 взяли. Слушай, ну ведь событий больше нету. Это что, теперь получается, нам нужно искать. Это искать нам придется отдельно уже. Блин. Ну что за облом, а? Ладно, друзья мои, тем не менее. Качнули так. У меня еще есть там финансы. Давай тогда, наверное, потратим. Кого тут, бишопа можно вкачать. Хотя я бишопом не особо играю. Есть что-нибудь стоящее? Давай тут, наверное, потратим. На Адам Уорлока. Подожди. Тьфу ты, я попутал. Я спутал, друзья мои, кристалл и Феникс. Ну, Рэй, ну ты тупишь. Мы перекрываем Феникса. Все.
Кристал это совсем другая тема. Ну, тупанул, тупанул. Не спорю. Так, ну и остается у нас там... Что, тигрицу можно улучшить? Ну, я не думаю, что я буду сейчас этим заниматься. Не настолько уж офигенный для меня этот персонаж. Так же, как и Мария Хилл. Лучше я, наверное... Смерть Пул мне понравился, прикольный персонаж. По боевке и все. Блин, перекрыть, а, уже не хватает. Так, ну что же, получается у нас кристалл перекрыть скоро можно будет. Сотку накопить только надо. Темный зверь. Тоже тут нужно 66 карточек на него найти. Ну и все это вот на ближайшее время, ребят, такие вот планы. Я думаю, за время отпуска у меня получится все это сделать. Кстати, боеголовку можно закрыть. У нее 300 насобиралось. Ну я тоже ей, ребят, не особо играю. Хотя я больше чем уверен, что будут события, где она потребуется. Патриот тут, 48 уровень требуется. Ать! На 9-ю категорию, ребят, не могу. Ну, вроде бы, теперь уже точно все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.